Здравствуйте. Настало время раскрыть все карты. С 2020 года я мозолю вам мозги, то, что я сыроед. Говорил, что питаюсь сырой растительной пищей, но на самом деле я все это время питался сыром. Все, что вы видели в моих YouTube-роликах, это были разные виды сыра, замаскированные под фрукты и овощи. Ну раз уж признался, я заказал 7 видов сыра на пробу. Как это произошло, не спрашивайте. Я не знал то, что существует сыр для сыроедов, честно. Но он есть, и сегодня мы с вами будем его пробовать, и я буду это делать не один. Заходи! Со мной приглашенный гость. Здравствуйте, дорогие друзья! Эге очень долгое время не верил в то, что, ну, веганская еда вообще может быть вкусной. Тем более про сыроедческую он вообще, ну, типа, не в курсе. Он нашел в Инстаграме какой-то бренд сыра, мы решили им написать и спросить, есть ли у вас что-то сыроедческое. Они говорят, ну да, все. В общем, мы заказали 7 видов сыра, и сегодня будем пробовать. Да. Я слышал про этот сыр еще 2 года назад, то, что есть какой-то ферментированный сыр для сыроедов. Я услышал это от одного человека, она еще мне говорила про белый шоколад сыроедческий. Внимание, что мы сейчас сделали? Прилан. Это вообще на грани чего-то нереального, посмотрите. Мы вчера с Эге сделали шоколад с клубникой. Еще мы сделали черный шоколад. And we coated strawberries in chocolate. Так что, ребята. I give this one. This one. 8 out of 10. Maybe it's 7. Yeah. Seven. Because it's like kinda oily. Because it's our first attempt, guys. It's oily and not sweet enough. И мы еще ни разу не пробовали шоколад с кешью, который мы сделали. Mm-hmm. Take the cashew nut. I like this one better. Yeah, me too. Mm-hmm. It's like 8 out of 10. Mm-hmm. They sent us the spicy one as a gift. Что? Yeah, it says baharatlı hediye, which means like the spicy cheeses. Вау. Wow. Я сначала не знал то, что мы будем снимать YouTube-видео, и я просто добавляю 7 видов сыра в корзину, он говорит, ты что, сошел с ума? Это не психическое расстройство, это YouTube-видео. Для YouTube-видео можно делать вообще разные вещи, тебе никто за это ничего не скажет. В подарок лед. Пармезан выпал. Ну, ребят, это знак вселенной. Я за ним охотился. Ну чё, блин, вообще никакой интриги. В общем, это пармезан. Знакомьтесь. Еще мы заказали трюфельный. Вообще, вы понимаете? Я сегодня заказал те вещи, которые я бы ни за что в жизни не попробовал. Типа сыр с трюфелем, сыр с плесенью. Сейчас мы до него еще дойдем. Есть, значит, какое-то масло. Это не совсем сыр. И сама. А, it's like... garlic herbal spreadable like butter, yeah. And it says born in Cambodia. Тут a lot. О, подарок. Мы такое уже заказывали и пробовали. Потом нам дали chlorella aged. Короче, это сыр с плесенью. Я клянусь, я бы ни за что его не съел, потому что плесень — это гриб. Я не хочу, чтобы во мне рос какой-то гриб. Ну ничего, ради ютуба можно и вырастить гриб. Грибок. С черным перцем, с черным чесноком. Еще нам подарили, я не знаю, зачем они это делают, они уже во второй раз кладут упаковку для продукта, которого нет. А, we ordered 6 and they delivered 7. Yes. Вау. We should give them 5 stars. Ребят, я думаю, что мы заказали 7, а мы, оказывается, заказали 6, а нам привезли 7. И дело в том, что я не знал о том, что, типа, нам дали подарок, я просто думаю, что я заказал 7. В общем, вселенная нас услышала. Открываем пармезан. Я вообще не знаю, чего ожидать от него. Я знаю, что все эти сыры делаются из кешью. Can we smell? Wow. Mm-hmm. It smells almost the same with previous one. It smells like Doritos. It's so, like, он такой тверденький. Mm. Mm-hmm. Мы это едим до конца жизни. Не, он немного, yeah. Он немного скучный, если его есть много, но вкус капец насыщенный. Mm-hmm. Aftertaste. Mm. Он прекрасен в своем проявлении. Let's give them like points. Mm-hmm. Out of 10? Yes. 7. Я поставлю 6.7. Точка не надо, just give like exact number. Okay, 7. Давайте попробуем черный этот чеснок с черным чесноком. Вот знаете, у них название вкусов есть, но это же вообще не гарантирует то, что это есть в составе, да? Допустим, в сыре, в котором есть трюфель, там, ну, там не трюфель, там что-то другое, похожее на трюфель. Ой, кругляш, смотрите. Он уже такой более мягкий. Не знаю, как описать, такой слизень. Нежный. Да, немного страшненький. Ну, типа,
Внутри какая-то прослойка из чеснока, видимо. Mm-hmm. Очень хорошо, но я не могу это описать. Типа... Будь здоров. Салфетка. Блядь. Tastes like something, but I don't know. Типа... Like... Типа... Oh, it tastes like... Грибы. Я оцениваю на... Ну, тоже на семерочку такую. То есть он примерно похож. Не могу сказать, что чем-то сильно отличается, но, в общем, это реально 7. Same. 7. Трюфели. Давайте посмотрим состав. Тут вода, кокосовое масло, соль, неактивные дрожжи. А, масло трюфеля и пробиотик. And Mona Lisa. И Mona Lisa. Ну, тоже такой кругляш, ну, типа, ничего нового. Мне интересно, мы потом не запутаемся, где что? Это вам. Это нам. Это лучший. It's the best. Mm-mm. No? Mm-mm. Типа он внутри какой-то немного тающий, и я не могу описать вкус трюфеля. Он похож, не знаю, на лейс с крабом. Какие-то очень странные ощущения от него. Но мне он прям очень понравился. I'm traumatized by the taste. It's giving crab vibes. It's giving sweaty socks. So bad. Water. Ну, мне реально очень понравился вот этот. Mm-mm. Я ставлю ему 9 баллов, потому что у него очень странное послевкусие, мне прям понравилось. Ну, да, с носками и что. 9? Необычно, да. I don't know, I give, like, 3. Сыр с черным перцем. Знаете, ребята, я выучил турецкий, только... Я выучил еду, все названия еды. Я могу проверять составы, могу проверять даже составы еды, которую я не ем. Такой, в крапинку. Что, в принципе, неудивительно. Сыр с черным перцем. На сегодня сырная тарелка. Все сыроеды мира ликуют. Себя чувствую просто. Это база. Я очень люблю черный перец. Я его добавляю везде. Я mm-hmm. пользуюсь им каждый день. Mm-hmm. Поэтому сколько ты даешь? 8. Я ставлю даже, наверное, ну, я ставлю 10, потому что я знаю, что лучше не будет, предположительно. Ой, я очень люблю. Острая еда делает меня счастливым. Этот мы уже пробовали. Гифт. Подарок. Написали, прикиньте. Такой немножечко необычный. Ну, давайте возобновим рецепторы и вспомним, что же там было. Хотя я прекрасно помню. Мы с Игей до этого заказывали 2 сыра. Вот этот с луком и какой-то еще крем-чиз. Крем-чиз, вас пиздец. Режем. Ну, чувствуете какие-то мотивы аристократические? Это вам. Спасибо. Мне он начал нравиться больше. I like it more now. I don't know why. I like it same now. Ну, это 9. Really? 6. It's too spicy. Guys, you cannot eat it in summer, it's just so heavy. So spicy, your sweat will literally smell like this. Да, буквально. Но я, короче, ел этот сыр с... Боже, с чем? С арбузом, ребят. Mm-hmm. Вот этот сыр с арбузом, это лучшее, что можно есть в жизни. У нас еще есть масло. Я не знаю, как мы собрались есть масло. I wanna start with this, because this is the most interesting one. Mm-hmm. Я вообще не понимаю, что это из себя представляет. I can feel the fermentation inside me. Oh, that's too much. I know. Mommy. Это масло. Это прям масло. Like, just a little bit, please. Это масло. It's like butter with garlic. It tastes something Russian. Like бутерброд with butter. Wow. В детстве у меня был любимый бутерброд. Я намазывал хлеб маслом или майонезом, и потом сверху посыпал приправой роллтон. Ну, собственно, получалось вот примерно то же самое. Не знаю, как они это сделали. Вообще, это бред. I give 10. Yeah? This is really nice. I would like literally put it, like spread it on a bread and eat it. Amazing. It's nice. Я ставлю 8, потому что это очень необычно. Я не понимаю, как это использовать. То есть, мне что, куда мазать-то? У нас болото в вакууме. Хорошо. Я, блядь, я очень не хотел это пробовать, но только ради YouTube-видео, клянусь.
How do you feel about it? I mean, in Turkey we have like molded cheese. A lot of people actually love it, but this one is like juicy. Our molded cheeses are like really dry, but this is juicy. It looks so ugly. It looks like an infected toenail. Смотрите, какой зелененький, хороший. Мама мия. А можно сначала без плесени? Did you smell it? It smells same. Значит, мы решили попробовать сначала дно. Смотрите, какой он в разрезе. Let's pretend it's avocado. Lettuce. Lettuce. Значит, вот такой у него разрезик. То есть мы хотим попробовать сначала нижнюю часть, а потом верх. Типа норм. Он прям такой. Yeah, this was tasty. Хорошенький. Сейчас я делю это пополам, мы пробуем плесень. Моя первая сыроедческая плесень в жизни. You like it? Mm-hmm. It's nice. Guys, don't judge the book by its cover. Поспешишь, людей насмешишь. Mm-hmm. It's nice. It's, I think it's like one of the best. Okay, 9 out of 10 because we already tried a lot. I give it 9 out of 10. I give this one a 9 out of 10 because of the looks, the visuality. Красивый? Красивый. Yes. Yes. Ну, ребят, я вообще смущен. После этого видео вы можете почувствовать некие изменения в своем теле. Поверить в невозможное. И стать сыроедом. I ate a lot. It was too heavy for me. My pants is... Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Эге. I don't have a канал. You have. I have, but I'm not actively posting. But I will. Хорошо, подписывайтесь на все наши социальные сети, которые отмечены в описании. Give it a like, thumbs up. Ставьте колокольчик. Comment down below. Don't forget to turn on the notifications. 3, 2, 1. Bye. Oh. 3, 2, 1. Bye. It should be cheesy and cringe. 3, 2, 1. Bye. Bye. Ну, получилось. Кринж удался.